Осенняя пора – это буйство красок, бал природы перед зимним сном. Деревья примеряют дорогие наряды – желтые, зеленые, багряные. Это яркости, разноцветия, листвы в созвучии с пьянящим свежим воздухом – последняя симфония осени, которая уже привычно радует глаз брещан. Для того, чтобы поддерживать имидж одного из самых зеленых городов страны, весной, летом и даже осенью ведется серьезная работа. Посадка в осенний период будет осуществляться согласно плану озеленения на городских территориях. Породы у нас будут липа, дубы, ясень, рябина, хвойные также еще породы. Это сосна, елка, туя. Посадка будет производиться на городской территории, на территории центральной части. Также в новых микрорайонах города. Всего в осенний период планируется высадить порядка 12 тысяч молодых деревьев и кустарников. Учитывая благоприятный вегетативный период и погодные условия, осеннее озеленение стартовало с началом октября Заречного микрорайона. В течение недели буквально высажено уже порядка 450 саженцев деревьев и около 300 кустарниковой растительности. Буквально на днях, вот сейчас вы видите, мы приступили к высадке хвойных деревьев. По улице Грюнвальдской планируется высадить порядка 300 саженцев деревьев и 400 кустарников, среди которых можжевельник, спирея, жасмин и гортензия. Перемены уже радуют жителей района. Все есть, и площадки, и все красиво, все сделано. Но не хватало зелени, поэтому спасибо большое, добавили здесь. И кусты, смотрю, сейчас здесь садят елки, будет очень красиво. Я думаю, детям будет гулять приятно по зелени. В ближайшее время наш город украсят 5660 хвойных деревьев, 5760 лиственных медленно растущих и точечно будут размещены более 40 лиственных быстро растущих саженцев. К слову, за период текущего года в Бресте появилось почти 13700 различных деревьев.